Он приедет. Когда ты приедешь? Когда ты приедешь? Когда ты приедешь? Не. Ты же приезжал прошлый год, да? Прошлый год приезжал, да? А, 3 года назад ты приезжал. 3 года назад приезжал. Ну, сидим в квадрате. Я сам бой, певец. Ты же в интернете есть или нет? В Одноклассниках. Мои песни смотришь? В Ютубе. Санбой. Ты ж напиши. Сан... Шпак, это я, Шпак, у Генка. Да, ну и куда ты приедешь? Далеко, конечно, ехать. Сколько? 3000. Из... Ну ладно, друзья, тебя вспомнили. Сидим на лавочке с Виталиком. Выпиваем, и тебя вспомнили. Санбой, я с велосипедом. Тебя вспомнил. Так ты это самое... Уже не работаешь на зоне или работаешь? На пенсии? Ну, а живешь... Ты хоть с бабой живешь или с кем? Или нашел на зоне кого-нибудь? А? Тебе семья. А я думал, ты на зоне нашел кого-то. Ну и когда ты приедешь примерно? Ну, через пару. Ты в Копейске в самом? Город Копейск. Ну, я тебе звонил, ты не брал трубку. Да, нахер. Ну ладно, будем ждать. А то смотри, народ под... Народу вообще нет уже. Помирают все. Мой номер. Народ помирает в Ярцеве. Так что приезжай. Приезжай, Ген. Надя. Шпак не шпак. Ген. Ну, дядька мой помер. 73 года. О, вчера сохранили. Да. Работа. Ты же помнишь, дядьку моего. Да, да. Друзья детства. Друзья детства, пророк Самбой. Нет, похоронили.